Одна из самых старых библиотек в Карачаево-Черкесии находится в Карачаевском районе. Она является административным и методическим центром для 17 библиотек-филиалов, подала заявку на участие в федеральном проекте «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Победа в нем будет означать новую жизнь для учреждения, которое сегодня занимается обобщением и внедрением передового библиотечного дела. Мадина Каракетова подробнее. Первоклассница Аиша Караева из аула Каменномост – постоянный посетитель библиотеки. Ее любимый уголок – стеллажи с детскими книгами. Аиша забегает сюда после школы, выбирает книжку и пару часов проводит в читальном зале. Больше всего Аиша любит сказки. Вот и сегодня, изучив стеллажи, выбрала «Золушку» Шарля Перро. Я очень люблю идти в библиотеку. Тут много разных книг. Я люблю читать. Моя любимая сказка – «Золушка». У «Золушки» золотые волосы, красивое платье, хрустальные туфельки. А еще Аиша признается, что ей очень нравится библиотечная атмосфера и уютный запах книг. Родители девочки ее стремление читать настоящие книги всячески поощряют. Директор библиотеки Зухра Караева рассказывает, что дети и студенты остаются основными их читателями. И на сегодняшний день абонентами Центральной районной библиотеки, какой она является с 1976 года, являются чуть более 1000 человек. Несмотря на множество всевозможных гаджетов, компьютеров и всяких носителей информации, самым основным остаются, конечно, у нас книги. И дети приходят, читают, берут книги, студенты. Интересная история библиотечного дела города Карачаевска и района. Первая областная библиотека была открыта в 1928 году в Микоян-Шахаре. А когда в 1943 году указом Президиума Верховного Совета СССР была ликвидирована Карачаевская автономная область и переименована в Кулхорский район, и библиотеку переименовали в Кулхорскую районную. И так она и называлась вплоть до 1957 года. А с 57 по 63 годы она стала называться Карачаевской районной библиотекой. В 1976 году библиотеки Карачаевского района были объединены в единую централизованную систему. Районная библиотека, в которой мы сейчас находимся, стала центральной районной, административным и методическим центром для 17 библиотек-филиалов. Первым руководителем районной библиотеки была Джашакуева Айшат Хаджиусмановна, вырастившая и впоследствии воспитавшая целую плеяду преданных своему делу библиотечных работников. Сегодня Центральная районная библиотека, которая находится в ауле Каменномост, обслуживает все населенные пункты Карачаевского района, а книжный фонд составляет 35 892 экземпляра, среди которых есть и поистине уникальные издания. Одним из самых ценных изданий у нас является вот литературно-художественный альманах. Он у нас трехтомник «Кубанское ущелье» 1967 года. На руки мы его не выдаем, но любой желающий может посетить нашу библиотеку и ознакомиться лично. Эти книги, можно сказать, буквально созданы вручную. В них все набиралось на печатных машинках тех лет. Иллюстрации, тут настоящие фотографии. Получается, если это 67-й год, прошло более полувека. Если мы возьмем первый том, в который представлена редколлегия, мы увидим весь свет науки тех лет. Например, Отабаева, кандидат филологических наук, сотрудник Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. Яцких, Кириченко, Дагужиев и многие другие всем известные научные деятели нашей республики. А еще здесь есть специальный стеллаж с книгами для слабовидящих людей, написанные шрифтом Брайля. Центральная библиотека является методическим и координирующим центром для библиотек района и занимается комплектованием единого фонда районной центральной библиотечной сети, обобщением и внедрением передового библиотечного опыта. И не один уже год на базе именно этой библиотеки действует республиканская школа передового опыта по теме «Библиотека и народные традиции в воспитании детей и юношества». И хотелось бы, чтобы все это происходило в соответствующих условиях, ведь здание библиотеки – одно из самых старых в ауле –
требует капитального ремонта, ну и, конечно, осовременивания. Колорит старины хоть и наводит некую душевность и теплоту, но современная жизнь все же диктует свои правила. В этом году мы подали заявку на участие в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек, в рамках которого было утверждено создание 110 модельных муниципальных библиотек ежегодно с 2019 по 2024 годы. Надеемся, что мы пройдем по всем критериям, и на базе нашей центральной библиотеки в Карачаевском районе будет работать модельная библиотека, что будет способствовать привлечению большого числа пользователей библиотек и к оказанию им качественных библиотечных услуг. Ну а в случае победы администрация района рассмотрит и другой, не менее важный вопрос – капремонт фасада здания, библиотеки и кровли. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.